Здравствуйте. Мы команда Островитяне. Staten Island, Нью-Йорк. Как мы зовемся, на Вики Владимир. На конкурсах, в которых мы участвуем с большим удовольствием. Два года назад я искала на Google информацию про каникулы. И потом я перешла на российский серч и попала на Вики Владимир. И там я познакомилась с интересными конкурсами, с прекрасной идеей о том, как развивать детей при помощи интернета, Вики и HTML. И в этом... И мне кажется, что Вики Владимир помогает украсить жизнь любого ребенка, помогает узнать им много нового и делать это в интересной форме. Поэтому мы всей семьей стараемся найти свободную минуту каждым летом, чтобы участвовать в летних конкурсах Вики Владимир. Потому что, к сожалению, в остальное время у нас на это времени маловато. Вики Владимир, потому что когда я в нем участвую, я не чувствую, что мне нужно всегда думать и делать что-то, и вот так сидеть на компьютере. Я чувствую, что у меня в голове что-то новое появляется. И это интересно еще, потому что ты не только можешь на свой сайт смотреть и делать, ты еще можешь смотреть на другие сайты, тебе приходят новые идеи, потому что ты смотришь их работу. И там очень нравится Вики Владимир, потому что мне есть, я могу сама изобретать. Я изучаю HTML-код, и потом я изучаю сервисы, которые они нам предлагают, чтобы использовать на нашей страничке. Эти сервисы мне помогают еще в моей собственной жизни. Я выучила в школе, например. Я выучила HTML-код и Wiki-код. И мне очень нравится Вики Владимир, потому что это классный сайт. Спасибо вам за эту работу. Где-то за океаном Вики Владимир есть. Творческого народу в этих краях не счесть. Грудится непрерывно, полностью все творя. Чтобы умнее стала наша детвора. Быстрей мысля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В HTML переходя, тянуто не стараясь, русские традиции нить. Чтобы свои истоки нам не позабыть, чтобы смогли детишки лет через 35 внукам свои истории эти рассказать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрее мысля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. В HTML-пере.